Эту песню, надо сказать, это лучшее, что было в одноименном фильме с Брюсом Уиллисом. «Color of the Night» — «Цвет ночи». Спасибо. Лорен Кристи в оригинале исполняла эту композицию. Сегодня она прозвучала из уст Ирины Дубцовой. Смотрите, на Дубцова стоит, дрожит. Дрожит почему? Потому что всех людей пугает неизвестность. В данном случае вот эта поза Сергея Мазаева и скрещенные на груди руки Стаса Намина ничего хорошего нам не предвещают. О, вот оно, настоящее лицо жюри. Сергей, можно вас попросить еще раз сделать вот это? Супер! Оценки готовы, мы можем их посмотреть.